Выпускник факультета кибербезопасности и управления Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики Айдар Рафиков поднимается на сцену за красным дипломом. Информационными технологиями заинтересовался еще в школе в городе Стерлитамак, рассказывает Айдар. Самостоятельно начал изучать язык программирования, потом поступил в БГУТИ и перебрался в Самару. С третьего курса Айдар уже работает по специальности, с легкостью овладевает новыми знаниями и навыками в этой сфере. Изначально я планировал работать бэкэнд-разработчиком, и преподаватель нас обучал этому. Но затем по какой-то случайности вышло так, что я начал работать андроид-разработчиком и устроился, наверное, за полгода, изучил все с нуля. По словам ректора БГУТИ Вадима Ружникова, IT-специалисты – одни из самых востребованных на рынке труда. 90% выпускников вуза становятся сотрудниками самарских региональных компаний. Наших выпускников уже, в принципе, на ярмарках вакансий, даже уже в марте, уже разбирали, уже брали у них резюме, потому что сейчас действительно спрос очень высокий, и наша страна сейчас выполняет ряд задач, там, связанных с импортозамещением, и в сфере микроэлектроники, и в сфере IT, связанных с программным обеспечением. Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики тесно сотрудничает с Департаментом информационных технологий и связи Самарской области. Студенты вуза проходят стажировки в департаменте, многие остаются там работать. Всего в этом году вуз выпустил 800 квалифицированных специалистов, из которых 109 с красным дипломом. Кадровый дефицит в отрасли, он действительно достаточно большой и существует. Учитывая, что Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики является одним из 4 вузов Российской Федерации, которые готовят соответствующих профильных специалистов, спрос на них, конечно же, достаточно велик. Как правило, студенты технических специальностей начинают работать со 2-го, с 3-го курса, и это является общепринятым трендом. Информационные технологии – одна из динамично развивающихся сфер экономики в Самарской области. Большое внимание подготовке квалифицированных кадров уделяет губернатор региона Дмитрий Азаров. Сегодня самарские IT-специалисты востребованы не только на предприятиях региона, но и по всей России. При этом по инициативе губернатора для специалистов этой отрасли в регионе создаются условия для того, чтобы их труд служил на благо самарской земли. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.